Нет, я не понимаю, включилось ли? Ну, сейчас включу. А, да, звучит. Я вообще буду сейчас в течение очень долгого времени один и тот же аккорд пытаться, но я не вряд ли получится. Вот в чем заключается. А затем. А, не-не-не-не, правильно, правильно. Не знаю, почему-то чувствую себя хорошо. Не знаю почему. Может солнце, то, что меня опалило солнце. А потом нужно резко вот так идти на третий лоб, шестой. Это самое сложное. Вот этим пальцем вот так зажать, а вот этим вот так. Сейчас на меня мама будет орать, но я не буду от вас это скрывать. Правильно ты сказал, ты сильный человек, потому что ты не скрываешь свои слабости, не скрываешь, как тебя унижают. А другие бы скрыли это. Пошли мелками рисовать. Пошли поют, ты эти мелками. Ага. А мелками не хочешь рисовать? Так, что-то я, блин, запутался. Все не здесь. Это здесь, вот здесь вроде как. Да я просто пытался повязать им, что-то жарко было. Ну, хотел повязать им, как Иисус, но только... Саша, что ты тут делаешь у тебя? Непонятно, зачем ты тут? А что, Иисус это... Если бы ты был Иисусом, если бы ты был, то ты бы пошел в церковь в первую очередь. А знаешь, что бы сделал Иисус, если бы он пошел в церковь? Он бы там разгромил все с криком. Был создан храм, как дом молитвы. Вы превратили его в притон. Вон, негодяи, вон, костер почти погас, близок судный час. За три, жаль, что три коротких года показались целым веком. Уважай Иисуса, уважай Бога, веру. Ты к Иисусу никакого отношения не имеешь. Ты скорее антихрист, который не хочет работать. Иисус страдал, Иисус много-много делал для людей. А ты что делаешь для людей? Что? Я вдохновил. Сколько людей у меня последователей есть рисованием мелками. Они пошли в художку, они не стали отморозками. Давай ты будешь... Тебе невозможно объяснить. Наброски делай. В своем отечестве нету наброски героя. Делай какие-то автопортреты. Какие-то... Давай сделаю. Делай. Твой автопортрет. Сейчас нужно играть на гитаре, понимаешь? Если ты не отвлекаешься, то я не смогу играть.
Я вдохновил сколько людей стать художниками. Вдохновил, спас пьяных от того, чтобы они инвалидами не остались зимой. Благодаря тебе, кстати. Ты меня приучила. А теперь ты меня поносишь. Когда я не играю в компьютер, ничего не играю, не смотрю в «Черный квадрат» Малевич. Ты ел суп или нет? Я занимаюсь. А кружку ты будешь на гитаре? А? Буду, только позже. Пошли польешь цветы. Нет, я сейчас буду играть на гитаре, не мешаю. Здрасте. А кто помогать мне будет? Позже я полью, сейчас я играю, нельзя от меня отвлекать. Я не играю в комп, блин, радуйся хоть. Не пью пиво, не курю. Саша, что ты тут залил, что пикает? Ты что, разбил что-то? Не знаю. Ты мешаешь, блин, мне сосредоточиться. Как же фреска. Класс. Смотри, правильно? Так. Вот этот палец у меня вот тут почти вот на этой палочке, ну, железо держится, потому что попозже сделай. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Я тебе оставил половину. Не надо мне половину оставлять. Не мог ему ее вообще. Да просто без него у меня желудок болит. А ты его там не болит? Не-не-не, от него желудок болит. От кефира? Да. Да, хватит, короче, мешать мне. Ну давай ищи, давай квартиру, чтобы жить. Давай, хочешь снять мою квартиру? А? Я предлагаю подписчикам, хочешь снять мою квартиру? Ну, за сколько сдавать? Да там и риэлторы сразу поналетят все. Ну а как ты можешь сдать? Может, кадетам сдать? Снимай квартиру у меня. Там все есть. Там классно. Я говорю не тебе, а моим братанам. Держи кулачок и моим этим. А ты мог бы по блютузу разговаривать? По блютузу? Мне блютуз, ты хоть понимаешь, что это такое? Короче, не мешай мне. А как лучше его держать? Это сейчас вопрос гитаристам. Просто вот так вот держать, да, или как? Зацепить вот так и держать долго? Или нужно в движении постоянно менять? Постоянно так раз и снова ставить? Или просто достаточно задержать? Можно дольше. Лучше. И сколько времени желательно держать? А ты зачем этот благодей выпил? Какой благодей? Он пас. Так ты его тоже пила. Я его вообще не люблю. Который продается? Вот стояла на маленькая бутылочка. Да.
Ну, потому что он более-менее вкусный, чем... А этот вообще... Да. Я просто пить хотел. Извини. Я сейчас хочу про свою воду. У меня наоборот хорошее настроение без всего вообще. Да. У меня когда солнце, знаешь, хорошо светит, и вот так вот такая погода, мне вообще лучше в жарких странах жить. А мне наоборот. У меня как-то вообще без антидепрессантов даже хорошо. Красивые сочетания. Давай посмотрим вот это. Быстрее стало получаться. Струна все время дребезжит где-то здесь. Это не от меня зависит. Вот пятая, четвертая, наверное. Кстати, комаров не было в саду. Так они были раньше, когда мы работали с бабушкой. Кусали жутко. Потом они, наверное, исчезли из-за холода, а потом из-за жары спрятались. У меня есть последовательница моего искусства. Она дает даже ссылку на мою группу. Последовательница моего искусства. Ссылку на мою группу дает, рисует. Там пишет, вы какому сайдер арт. Разумеется, она не из Красноярского края. Это просто какая-то дыра здесь. Жесть, что происходит. Здесь лучше с художником не рождаться. Все у нее глаза такие же грустные, как у меня. Более, знаешь, такие разочарованные на жизнь, на людей. Что с тобой, моя детка?
часть, но отзываю это внимание. А нет, видимо, это не бабушка позвонила. Так бы сейчас рука не была на всю улицу. Что не могу без, несмотря. Стало быстрее получаться. Всего лишь 15 минут, где-то, почему 18? Должно пройти минимум 2 часа должно пройти. Я должен без перерыва 2 часа вот так. Я понял. Был бы у меня учитель вокала такой же. I love you. Hey, you.
как чел, который написал мне, фу, как мерзко говорить матери, типа, что в автобус, когда в автобус едешь, что банан встает. Ты не представляешь, что моя мама мне говорит, и матершинные вещи. Если бы ты знал, ты бы посчитал то, что я сказал, это просто цветочки. Ну, по крайней мере, да, я действительно бескультурный россиянин. Я просто говорю правду, блин. Что меня мучило столько лет. Когда ездил между городами. Полтора часа едешь в одно место, там, убиваешь тесно. Это мучение. Извини, что я ранил твой слух. Серьезно, Сахар. Ты мой подписчик. Бро. Мой бро. Главное, смотри на то, что я рисую. Это. А то, что я там маме сказал, она мне. Блин, это. Ты не представляешь контекста. Она себя заснял, как она материт меня. Ты бы простил меня. Ну ладно, не важно. После 20 минут уже устают пальцы, просто ужас начинает получаться. Фу, курево воняет. Сейчас 30 минут будет. Чекурова война.
курит, падла. Блин, не могу. Воняет. Чувствуешь, куревом воняет. Кто там курит, да? Заколебали. Заколебали они. Воняет сейчас будет долго. Моя вся моя комната будет секретно воняет. Надо здесь подождать, когда он прокурится там.